А знаете ли вы, что 24 марта в 20:30 по московскому времени отключатся все электроприборы и погаснет свет? Нет-нет, это не глобальная катастрофа, это всемирная акция «Час Земли». Хотите принять в ней участие, ну или просто узнать подробности? Тогда все внимание на экран. Инициатор масштабной акции – Фонд дикой природы. Ее цель – привлечь внимание к проблемам Земли и призвать человечество к бережному использованию ее ресурсов. Если вы хотите принять участие в самой масштабной международной акции, зайдите на ее официальный сайт, заполните несколько строчек и вуаля, вы ее полноправный участник. Только не забудьте в час X выключить свет в своей квартире или офисе. Кстати, также в назначенное время погаснет подсветка на Московском Кремле, Красной площади, Соборе Василия Блаженного и ГУМа, еще на более чем 1500 других московских зданий. Отмечу, все это носит чисто символический характер и никак не связано с экономией электричества. В России акция проводится вот уже без малого 10 лет. По последним данным, в ней принимают участие порядка 20 миллионов человек из 100 городов нашей страны. Люберцы тоже не останутся в стороне и примут участие в масштабной акции. В час X погаснет подсветка на здании администрации и на памятнике Юрию Гагарину. Также в акции примут участие Люберецкий водоканал и управляющая компания ЛГЖТ. Напомню, час Земли наступит 24 марта в субботу в 20:30 по московскому времени. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.